Итак, снова здравствуйте, это снова «Курящий из окна». И как-то непривычно это все бодро говорить на фоне, где абсолютно нету музыки, но вот такое место здесь. Что-то я смотрю сейчас, пытаюсь понять, правильно ли здесь придумано наложение вот этой тени. Это же тень от лианы, я так понимаю, или это просто какая-то тень, вообще не имеющая ничего общего ни с чем? Просто так ли ложится тень от... вернее, на ребристую поверхность? Неважно. Предыдущую серию мы закончили тем, что я услышал историю второго осьминога, он же Барнакл. Не знаю, как в этой игре их зовут пока что, они не говорили. И получил еще второй рычаг. Поэтому рычаг я примерно представляю, куда совать. И пойдем совать. Пойдем совать. Пойдем совать. Во, я же забыл совсем, у меня появилось еще одно место, на которое кнопку я могу нажать, но... вообще, да, не буду я пока что рычаг делать. Интересно, в этой серии закончится история этой второй башни или нет? О, а на эту кнопку может Глинка сам нажимать. Угу. Я-то как-то сначала подумал, что типа это какой-то клапан, и я могу закрывать и открывать дверь, потому что, посмотрите, тут... жидкость прямо наверху, и странно вообще, что она не начала литься на меня бурным потоком. Ну, посмотрю сначала, чего тут. Ага. Ну, снова механика та же самая, да? Понять бы механику другого, каким образом... эта... мушка потом оказывается обратно в Глинке. Я просто представляю себе, как за кадром вот это вот... Глинка ложится, собака садится на него и откладывает эту муху обратно в него. Господи, гадость какая. Но она же наверняка опять здесь окажется, ну и да. Как-то не досмотрели немножко разработчики. Чего мелочиться-то? Когда в окно смотрели на историю, как гоняется мохнатая штуковина за синими штуковинами на колесах, там показали, как она... а здесь чего-то нет. Недодумка. Полетели снова смотреть, что наверху. На абстрактное зрелище. Ну, еще один новый мир глазами собака. О, это даже лабиринт, похоже, глазами собака, да? Я могу сюда и сюда? Да, точно. О-о-о-о. Мне это не нравится. Не, сначала сюда я обязательно полечу. Но сначала я посмотрю все-таки, что за дверью с рычагом, потому что, может быть, я там буду долго летать и пытаться понять, куда я... понятно. То бишь это не только лабиринт, но еще и лабиринт, в котором можно запутаться. А нет. Странно как-то. Я думал, что это лабиринт по типу не лабиринта, а запутанной. Ну, в Грим Фанданго была поляна со стрелочкой, и там не было никакой логики, куда выезжать. Ты всегда выезжал из каких-то странных мест. Надо было уже тупо куда-то правильно втыкать стрелочку, если я правильно помню. Давно не смотрел. Не играл вообще 100 лет. Кстати, так и не купил себе Grim Fandango Remastered, или как она называлась. А в принципе, можно было бы. Так, сюда меня не пускают. Хотя похоже на то, что сюда можно пройти. Ну, тем же лучше, кстати. Это тень или что? Да, это, наверное, тень. Все-таки посмотрю, куда ведет рычаг. И поставлю себе задачу, зачем я лезу наверх. Угу. То есть вот это вот еще и не под рычаг даже, да? Странно. Ну тогда, значит, других вариантов нет, придется как-то летать. Надеюсь я, и кажется мне, что этот лабиринт будет не очень сложный. Кстати, еще лабиринт из какого-то из Марио на самом последнем уровне вспомнился тоже. Так, летать я, да. Они уже снова где-то за кадром и вне времени успели вернуть муху обратно в Глинка. На лету давай, хватай ее. Нет, на лету не хочешь. Ну, полетели обратно. Довольно интересно придумано, что куда лететь видно именно на переходе, что оно подсвечивается так. Кстати, ну реально, я вот здесь полетел вот сюда, если я вот сюда полечу. А, нет, все-таки сюда возвращаюсь. Значит, просто я что-то не досмотрел, и все-таки это не запутанный коридор, лабиринт, а просто, скорее всего. Я не помню, какое правило прохождения лабиринтов? Всегда двигаться налево или всегда двигаться направо?
Было же какое-то такое правило, но попробуем всегда направо сначала. Направо. О, сразу что-то нашел. То ли рычаг, то ли лопата совковая. Скорее всего, рычаг. Ну что, прямо все так просто? В эту дырочку я не могу на свет божий вернуться. Нет, не могу. Еще подумал, что, может быть, собак здесь на свету просто ослепнет. У него же все тут такое черно-белое. Ну, в смысле, он и так слепой, но я имею в виду в этой его сенсорном понимании себя ослепнет. Но нет. Ну, облетаем все, что мне дают, попробуем. Угу. Интересно. Сейчас, наверное, сюда. Просто, может быть, я найду еще что-то, но нет. Похоже, нет. А сюда я вернусь именно туда, да? Где я нашел этот рычаг. А нет. Еще кнопка есть. Здорово, значит, не зря летал. Могу ли я на нее нажать и вовремя ли я на нее нажимаю? Где-то заработала какая-то труба. А каким это образом, интересно? Потому что я понимаю, что надо будет оставить Глинка под трубой и потом собакам лететь сюда нажимать эту кнопку, чтобы его засосало. Но они же как-то очень плохо расстаются друг с другом. Ну, видимо, будет такое место, где это будет. Я, к сожалению, не очень запомнил, как я сюда прилетел. А, понятно, вот здесь вот... А, хренушки, да? Типа он отсюда вернулся, а вот лететь обратно он здесь не захочет. Ну ладно, неважно. Как-нибудь да я там окажусь. Кроме того, теперь знаю, что эту кнопку искать именно здесь. А то я уверен, я бы смог потратить очень большую кучу времени на то, чтобы понять. Если бы не нашел сразу. Кстати, здесь очень широкий этот проход. Мне кажется, что это какое-то такое заколдованное дерево. Еще с такими глазами зловещими. Вот раз глаз, вот два глаз прищурены. И вот здесь вот какой-нибудь рот. Или нос. Ну, может быть, если дерево сильно заколдованное, то оно и носом может съесть кого-нибудь. Я так думаю. Так, Глинк, ты умеешь без собак ходить? Нет? Не умеешь. Что странно, кстати, очень. О, кстати, собак, ты будешь откашливать мне рычаг-то? Или чё? Давай, не стесняйся. Эй! Эй! Ты шо взял? Или это тоже осталось за кадром, он все-таки у меня есть? Да нет. Может, он там остался? Эй! Что за хрень? А, вот. Типа только на этот экран заскриптовано это все. Ну ладно. Кстати, этот рычаг мне еще какой-то мухомор напоминает немножко, только не раскрывшийся. Или что-то очень неаппетитное на палочке. Давай, суй. Да, вот это тот рычаг. Я ж помню, у меня еще один рычаг был с собой. Куда его с... то есть это... А, вот сюда рычаг, да? Да, сюда этот рычаг. Вообще, я этого не то, чтобы сильно хотел. Чтоб меня сюда засосало. Хм. Странно. Но попробуем скататься. Может быть, если меня отправляют сюда, то я смогу все-таки сделать что-нибудь новое теперь в старом месте? А, не, подождите. Вот здесь я еще не был. Это что, новый путь какой-то, что ли? Да нет. Старый, кажись. Ну ладно. Просто я-то думал, что это та дверь, которую мы пятнашками открывали. Но нет, это что-то абсолютно новое. 5 градусов на 50. Сначала подумал, это знак процента такой. Но нет, это похоже 5 градусов на 50. Только что это значит? Хм. Фотографировать это, что ли? Ну, в принципе, запоминать несложно. 5,50. Я думаю, я это запомню. Хм. А, подожди. Назад. Назад. Вот это вот, похоже, первая башня моя, да? Да, вот как раз пробитая дырка, сюда прилетела ракета. Это мы видим, когда оказываемся то ли в зеленой, то ли в красной комнате. Вот отсюда я стартую. Вот так вот я туда ехал. Хм.
А вот это... А, точно, вот. Вот красная комната, а вот зеленая комната. И вот дверь, через которую я туда попадаю. Только странно, почему дырка тогда здесь? Она же здесь должна быть, или нет? А не, все-таки здесь вроде. Ну, в общем, вот я просто герой, я вне башен. Просто в открытом космосе. А это, я так понимаю, именно стена самой крепости Армикрок, да? Интересненько. Неизведанные места. Угу. Угу. Ладно. А, я теперь, не видя, что делаю, должен буду шевелить это. Так, сейчас запомню, в каком они положении. Угу. Мне надо сначала повернуть это, чтобы я оказался здесь. Ее нужно то ли на один оборот, то ли на три. Интересная задачка. Логическая. Ну, сейчас я пока что буду и ту шевелить, наверное, чтобы понять. А, нет, сначала вот эту пошевелю и посмотрю, что она прошевелила, то, что мне надо или то, что нет. Естественно, то, что нет. Какую из тех двоих я не заметил, но сначала мне нужно эту сделать. Потому что если я сделаю эту, то я пойму, что шевелит тот кружочек, который у меня там в центре, до которого я сейчас пытаюсь добраться. И тогда уже, когда решу ту задачку, будет довольно просто с этой делать все. Да, это... Как все хитро. Не, сначала мне это не надо. Сначала мне надо это все-таки вот сюда направить, значит, еще раз дальнюю. Вот опять такое убивание времени, лишнее абсолютно, но... Убивание времени не то, что эту задачку надо решать, а то, что вот до этой переключалки долго ехать. Смысла в игру это особенно не приносит нового. Могли бы вот здесь вот еще одну веточку сделать, а? Типа прохождение, количество времени на прохождение увеличивает. Вообще, мне даже интересно. О, собрал? Ну и да, теперь только эту провернуть, скорее всего, на два. Мне вот все интересно, потому что я знаю, например, я не по своему опыту знаю, вы не подумайте. Просто знаешь, там иногда с... авторы книг с редакцией договариваются, или авторы статей, на какое-то определенное количество слов в тексте. Вот здесь вот интересно, не могли авторы игры с кем-нибудь договариваться на определенное количество обязательного геймплея? Потому что, если это так, то это, конечно, несколько объясняет все. Но они ж вообще не должны были иметь никого над кем, вернее, кто над ними власть, они ж деньги на Кикстартере собирали. Да, блин. Еще на одну, что ли? Так что это пока что не объясняет мне ничего. А может быть, им было просто весело на пластилине чертить вот эти линии. Ну, конечно, я вот реально не могу представить, вот это вот все-таки это реально пластилин, или это все-таки графа под пластилин. Потому что в первом наверхуде было четко видно, что вот просто ножом резали. А вот здесь какие-то очень линии такие, очень похожи на кисть фотошопа на самом деле. Вот это вот заужение тоже похоже. Не знаю. Не хочу ни на кого наговаривать. Все, я собрал это. И продвигаемся далее. Чё ж нас там ждет? Ну, по сути, нас там новая башня должна ждать. Угу. Угу. Ну ладно, пока что наверх. Наверх. О! Эти существа, за которыми я бегала, мохнатое чудовище, а что я с ними могу делать? Чё вы икаете? А? Танцует здесь. Сейчас мой воспаленный мозг будет запоминать, в каком порядке они икают. Второй, четвертый, первый, да? Второй, четвертый, первый, третий. Первый, второй, третий. Нет, я не буду это запоминать. Может быть, они несколько рандомно это делают, но буду знать, что это пока не представляю, зачем мне это нужно. Но наверняка же задачка, если будет на это, то там будет понятно, что к чему. Пока что тут не было особенно непонятных задачек, но да, снова те же пятнашки, похоже. Ничего нового они как-то не придумали, мне кажется. И здесь прямо видно экшн-триллер. Похоже, что... Я не успел прочитать. Ну, наверное, и говорит про то, что здесь было что-то страшное. Прямо кто-то рвался сюда с тремя когтями.
Сохранюсь-ка я на этом месте, а? Настройки, тем более у меня 13-е сохранение. Не хочется этого, 14-е пускай будет. Сохранить. Готово. Продолжить. Текс. Сейчас. Во, вот так. А, кстати, не могу я прямо-то сюда? Нет, не могу, естественно. Естественно, пятнашки. Хм. Пятнашки уже поинтереснее. Вроде как. Да хотя, с другой стороны, по-моему, нет. Я думал, что тут можно собрать разное, типа, из более коричневых кусочков и менее коричневых, но вот если в том моменте, где я сиреневый перепутал с синим, то вот здесь как раз, по-моему, абсолютно понятно, что из этого желтое, а что коричневое. Мне кажется, что вот это и вот это желтое. Хотя могут быть... Вот это вот я еще подозреваю. Вообще, наша русалка должна состоять из... Скольких? С четырех кусков или из трех? Сейчас проверю. А, она должна состоять из четырех кусков. Ну, значит, да, значит, точно. Какая у меня задача-то? У меня задача освобождать нужные мне куски. Вот, кстати, я сейчас начну двигать и могу реально запутаться. Надо бы как-то это более аккуратно делать. Хм. Да, я хочу сначала выгнать вот эти вот два лишних куска сюда, чтобы собрать все нужное в одной точке, например, и не запутаться. Хм. Вообще, да, вот эти два, или вот этот, и вот этот, и вот этот, и вот этот, и вот этот. А может быть, кстати, и все подходит. Просто это надо именно по тонам. От более светлого к более темному. Но не, это вряд ли. Так, вспоминаем логику. Мне нужно, чтобы у меня... Да, мне нужно, чтобы оно шло в обратном порядке. То есть сначала я что делаю? Сначала я делаю вот так вот, вот так вот, вот так вот. Потом возвращаю голову самой первой. Просто я должен вытаскивать их в порядке обратном правильному сложению. То есть надо посмотреть, как они правильно складываются. Что там после головы идет у нее. Да, но почему, но как? Потом у нее идет талия, как-то совершенно неожиданно. Да, должна быть грудь, а идет талия. Или талия этого... А, ну да, подождите. А. А, ну да, вот это талия. Или вот это талия. Нет, не талия. Или талия. Да. И вообще, куда делась талия, которая у меня в рекомендованных каналах? Это там, у девушки канал был. Она все очень хотела и предлагала взять у меня интервью, а я все что-то отказывался, и так и не сложилось. Вот человек исчез. Остался я и без интервью, и без всего. Ладно, попробуем все-таки подумать, что вот это талия, а вот это хвост. Мне все это складировать некуда. Так, ну ладно, вот так вот, да? Типа. Задачка интереснее, зря я на нее наговаривал. Так, что мне надо перекидывать? Мне надо все бесполезное перекидывать в одну точку. То есть вот это вот, например. А, так оно у меня и было. А, нет, мне ж вот эту надо освободить, потому что, скорее всего, она участвует в этом деле. Да, и поставить. А! Вот это руки, это локти. То есть все-таки надо понимать, что мне надо. Нужно понимать всю глубину наших глубин. Ну, допустим, вот это голова. Концов рук у нее нету. Теперь надо посмотреть на это все. У этой точно есть локти. Значит, вот эта вот часть мне точно нужна. Так, ладно. Сейчас. Мне надо локти запихнуть куда надо, а потом хоть трава не расти. Сюда, и сейчас запихну локти. Да, локти у меня пошли куда надо. Изучаем далее строение. Потому что я его не запомнил. Строение, дальше кусок материи и... А, ну да, вот это уже рыбья талия. Кстати, все-таки это русалка или я вообще глючу? Какой у нее хвост? На, хвоста у нее, кстати, нет. Это не русалка, это, скорее всего, одна из наших
А, это, наверное, вот это из «Мать и отец». Это, наверное, мать. Но в первой задачке я точно не отца собирал. Так, это хвост. Вот это вот кусок, скорее всего, да? Очень похоже на правду. Снова собираем все ненужное сюда. Это тоже сюда. И вот это вот мне... А, вот это вот еще ненужное тоже сюда. А вот это вот куда мне надо? И вот это вот тоже... Ой, блин! А нет, господи, я боялся, что оно сбросится. Но походу нет. И все, похоже, я сейчас все соберу. По крайней мере, надеюсь. Не стал говорить «кажется», потому что креститься мне сейчас сложно, да. У меня одна рука занята, а второй я опираюсь о кровать. Так что обе заняты. Раз. Музыка другая заиграла, это предзнаменование того, что я сделал что-то правильно. Три. И... четыре. Да, правильно. Все было несколько просто. И сейчас меня тут съедят, да? На, музыка заиграла очень грустная. Снова эта несчастная машина, которую надо запускать. Ну, изучаем третью башню. Пока что я не знаю, как ее назвать. У меня вот что-то первая ассоциация — это второй портал. По сравнению с прошлой игрой, потому что вот первый портал не было зелени, и ничего не было. Вот здесь вот прямо весь мох. Кстати, мох очень похож на живой. Вполне возможно, что он и есть живой, просто сфотографированный. Снова подсказчик, да? Это же подсказчик. Решение сложной проблемы обычно находится дальше, чем ты думаешь. Но может статься, что ответ буквально перед глазами. Перед глазами у Глинка обычно его собак бегает. Кстати, носа у Глинка нет. Ну его нафиг эти субтитры, да? Дорогие разработчики, пишу вам письмо второй раз. К сожалению, я не настолько силен, чтобы без субтитров суметь перевести это. Здесь еще такое эхо от него. Pay no heed to the mustachioed president. It's kind of loopy. Ну, придется без подсказчика. Я думаю, без подсказчика тоже вполне интересно. Сейчас я даже специально проверю. Нет, титры включены. Значит, недолокализовали. А может быть, наоборот, там иногда первый подсказчик глючил. У него были субтитры, но не было голоса. Может быть, здесь именно глюки, что есть голос, но нет субтитров, типа. Взамен того. Ну да. Come on, Beak-Beak. Ну пошли, клюв-клюв. Это я могу перевести с английского разговорного. Come on, Beak-Beak. Снова эти прыщики, но уже без костей. А здесь даже... Чё, спрятан наш осьминог? Зарос весь? Не стригся? Перехватывать эту фасолину или нет? Нет, скорее всего, фасолину я не могу, а пик-пи-пиком. Давай. Ай, нет, не хочешь. Не, видимо, это не то, что от меня требуется. Пойду пока что дальше, да. Двери нет, но и так. Снова очередной этот клац-клац. Ну куда ж без него-то? Ну давай, снова. Блин! Мне показалось, он сказал «борень», ха-ха-ха. Но «борень», ха-ха-ха, это скучно, ха-ха-ха. Блин! Теперь мне подсказалось, что он сказал «блин». Ну что, он тут просто бесполезный или на него кликать надо? Блин! Короче, непонятно, бред какой-то. Может быть, ему электричество надо сначала включить, а без электричества он какой-то сумасшедший. Кстати, учитывая, что эта кнопка не... Во, я понял теперь, зачем мне сюда ездить. Похоже. Что это за задачка? Это робот из первой игры. Скорее всего. Причем он уже собран.
А, ему можно разные бошки, разное все, да? Разные тела. Интересно. Очень деморфированный большой палец. О! Ага. А, вон эти роботы нарисованы, точно. А зачем мне все это? Можешь попробовать собрать какого-нибудь робота из тех, что здесь. Подождите, а куда у меня упала эта фасолина? Я ж прав, наверное, я не смогу очень сильно стрелять так, чтобы... А! Сейчас я соберу какого-нибудь другого робота и посмотрю, у меня передвинется вот эта штуковина, если я его соберу, или что? Так, например, вот здесь вот он показывает хай. А куда мне надо-то вообще? Ну да, этого, наверное, проще всего. Только запоминать очень сложно. И здесь тоже большой палец. Так, хай есть? Нету хая. Куда дели? Ну ладно, вот эта голова у него точно была, да? Да, вот... О-о-о. Так, теперь надо понять. Мне надо это закинуть куда? Сюда или сбивать этих? Ну, сами видели, сила у него очень сильно усилилась. Я молодец, что говорю такие фразы. Хм. Если дальше попробовать его собрать вот именно этого. Тело у него какое? Здесь треугольничек, здесь худая рука. Кружочек... Кружочек. Да не, везде у него кружочки, нет у него треугольничка никакого. Может быть, вообще надо собрать что-то, хоть что-то из того, что здесь есть, и все получится? Ладно. А может быть, вообще только один из них истинный, так сказать? Ну давайте смотреть, вот этого я не смог собрать, а вот этого не смог из-за отсутствия руки. Вот этого можно попробовать. Но, по-моему, я там такой головы не видел. Да, у него все головы похожи на большой палец. Соответственно, такого тоже нет. Этого нет, этого нет. Этого нет. С ключами я головы тоже не видел. Тоже нет. Угу, недолет. Так, этот ли истинный? Так, палец немножко прижат, целиковая молния и капелька. Наверное, вот это или... По-моему, вот это. Капелька? Нет, это не капелька. Да нигде у него капельки нету. Может, это все-таки кружочек? А, ну, худая рука, и вот здесь вот вырез. Смотрим так. Ну, вырезы у него вообще много где есть. Этот, что ли? Еще похож. Ну ладно, тело. Тело я еще не собирал. Телевизор такой и треугольник. Вот, телевизор и треугольник. Или... Ну да, это точно не телевизор, а вот это... Они похожи. Где трусы у треугольника кончаются? Так, две палочки, стрелочка и худая рука. Две палочки, стрелочка, худая рука. Ну да, это вот это. Чё в самом низу? Клешня и три полукружия. Ну да, это тоже вот это. Нет, это не вот это, тут выреза нет. Клешня и три полукружия. И вырез. Даже не это, что ли? Нет. Наоборот, выреза не должно быть. Клешня, три полукружия, выреза нет. Вот.
но и ноги. Один валенок с узором, другой валенок с узором посередине и тремя пальцами. Валенок с узором, валенок с тремя пальцами. Нет, тут узора нет. О, валенок с узором и валенок с тремя пальцами. Нет, тут узор не тот, он не посередине. Тут слишком много узора. Вот этот. Точно, угадал. Сам не знал, что делаю, но угадал. Точнёхонько. О, я же не знал, что я делаю-то, я маршрут сделал. Сам себе, я теперь смогу двигаться дальше, есть. Ну хорошо, это круто, и как раз по времени у нас должна заканчиваться серия, снова полчаса. А я что-то прямо полон силы, пока не затупил, может быть, я еще одну серию сегодня запишу. Посмотрим. Ну а пока это был Курящий из окна, смотрите, подписывайтесь. До свидания. Пока. Пока.